Я вам представлю нашу сторону присутствующую. Глава города, мэр Магадана, глава муниципального образования города Магадан Юрий Федорович Гришан по центру. Да, Юрий Степанович Руденко, автор, архитектор нашего мамонта. Заслуженный художник Российской Федерации. Магаданский мамонт, победивший на всероссийском конкурсе народных арт-объектов, организованном сервисом путешествий Ту.ру, скоро будет в центре внимания фестиваля СМИ и тревел-блогеров. Об этом договорился мэр Магадана Юрий Гришан с представителями Ту.ру на онлайн-встрече по результатам всероссийского голосования. Я бы хотел, чтобы оно такое имело не мононаправление, вот мамонт из железа, композиция «Время», все, несколько шире посмотреть, тогда нам будет очень интересно для того, чтобы вот Ту.ру это поехали, да? Вот, чтобы поехали сюда вот именно за вот этой изюминкой, которую вы показали через этот конкурс. Модерировал онлайн-встречу заместитель директора медиахолдинга «Вечерний Магадан» Олег Дудник, которому глава города и поручил координировать этот проект. Предварительно стороны договорились о визите федеральных СМИ и тревел-блогеров на середину марта. Это связано с проведением в регионе второго рыбацкого фестиваля «Клевая Колыма» и этнофестиваля «Дзялбу». Два таких больших и уникальных события могут стать хорошей основой для контента, продвигающего Магадан и Колыму в целом для туристов. Чувства самые приятные, что-то говорить. Я очень доволен этим обстоятельством, что наш мамонт занял первое место. И я думаю, что и всем горожанам, магаданцам этот факт приятен, потому что голосовали почти весь Магадан. Да, скорее всего, весь голосовал, насколько я знаю. Получилось очень хорошо. Люди там отдыхают с удовольствием, приходят. Я вот сколько езжу там, постоянно кто-то возле мамонта фотографируется группами или там в одиночку. Это нормально. Я считаю, что людям нравится. Теперь один из любимых народом символов Магадана придаст новый импульс интереса жителей всей России, Колыме и ее столице. Олег Дудник, Олег Калугин. Специально для «Вечернего Магадана».